Здравствуйте. 12 апреля, четверг, день Юпитера, 27-й лунный день с элементом дерева. День благоприятный для людей, родившихся год, тигра, кролика, обезьяны и курицы. Хорошо в этот день встретиться с ломой и просить совета, избегать опасных ситуаций, проводить обряды для улучшения жизни и для богатства, ставить закваску, усмирять врага, предотвращать кражу, заказывать саганчукурта, проводить похороны и поминки, также для дел, направленных на распространение. День неблагоприятный для людей, родившихся год коровы, дракона, овцы и собаки. Нежелательно заводить новые знакомства, обретать друзей, начинать преподавательскую деятельность, устраиваться или помогать устроиться на работу, нанимать работников, приводить невестку, отдавать невесты, отправляться в дорогу к большим неприятностям, а также к расставанию с близкими. Стрижка волос, к удаче, везению в делах. На Верхней Березке Цовчин Дугане с 9 часов утра пройдет Цовчин Хурал, Дугхур Дугане, Гамбогун Гурсахюсны, Дыважин Дугане, Аширвани Сынды. Делайте добро!